На первенстве среди спортивных балетов на льду наш муниципалитет представили воспитанники студии Art and Ice. Чемпионы Европы и обладатели третьего места на мировых соревнованиях к турниру подошли в прекрасной форме. Всего в Ледовый дворец приехали более 250 человек. Это 6 команд из разных регионов страны. Участники соревновались в нескольких возрастных категориях. А мастерство их судьи оценивали по двум программам – короткой и произвольной. Каждый год нам задается тема Международным комитетом конькобежцев. И мы должны выполнить их, как бы, получается, требования. Это определенные жесты, это определенные процессы, это определенная музыка и, ну вот… А произвольные программы – это свободный, то есть свободный полет, как бы, да, это каждый хореограф, руководитель может поставить на его любимую какую-то тему. Балет на льду появился относительно недавно, но быстро развивается и набирает популярность. Ведь это совокупность разных дисциплин. Есть элементы парного катания, спортивных танцев на льду и синхронного фигурного катания. И для победы нужны самые разнообразные качества. А еще дружба. У нас очень дружный коллектив, в команде очень редко происходят какие-то недопонимания, то есть всегда стараемся все решать дружно. Лед – это очень много для меня значит, потому что выступления, победы тогда, можно сказать, да, это приятно. Тренируются спортсмены очень упорно, по 5 раз в неделю. В расписании лед, общая физподготовка, хореография. На первенстве команды продемонстрировали высокий уровень мастерства. Соперники все сильные, все красиво откатали. Ну, это будет сложно победить. По результатам соревнований видновчане стали лучшими сразу в двух возрастных категориях – начинающие и смешанные. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.